Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD. Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня мы с вами изучим магнитолу BBK BS10, продажи которой не так давно стартовали на российском рынке. Поставляется она в компактной коробке из плотного картона. Комплектация включает кабель подключения, аудиокабель и инструкцию. Ее более подробные характеристики и цены в российских магазинах можно узнать в каталоге в описании к этому видео. Доступна BBK BS10 в оранжевом, белом и сером вариантах исполнения. Центральная часть со стилизованной накладкой из черного пластика. Корпус округлой формы, смотрится стильно и аккуратно. Габариты компактные, вес легкий. Предусмотрена удобная ручка для транспортировки. Два динамика выведены на боковых гранях корпуса. Защищена неметаллической сеткой. Общая мощность составляет 4 Вт. На крышке монохромный дисплей с синей подсветкой. На экран выводится информация по времени воспроизведения частоте радиостанции. Часть действий дублируется голосовыми подсказками. Справа на крышке 4 механические кнопки с нанесенной маркировкой. По центру шайбы из 5 кнопок. С помощью них можно осуществлять полноценное управление системой. Переключать треки, ставить на паузу и воспроизведение. Сканирование радиоэфира, изменять громкость, изменять предустановки эквалайзера, активировать беспроводное подключение. Ближе к задней стенке сосредоточены разъемы. Аудиовход, разъем для подключения наушников, разъем USB, слот для карты памяти. BBK BS10 может работать как от бытовой электросети. В комплекте есть кабель подключения, так и автономно. Снизу открывается отсек под 4 батарейки. На обратной стороне корпуса выдвижная FM-антенна. Зафиксировано на поворотной ножке. BBK BS10 предлагает широкий выбор источников звука, выступая как беспроводная колонка и как самостоятельный плеер. Музыкальные файлы распространенных форматов могут быть загружены на флеш-накопитель или карту памяти. Распознается файл во вложенных папках. Дополнительно есть FM-радио. Качество приема в условиях мегаполиса хорошее, предлагает цене. Естественно, мы будем писать то, что требуется в законе. Для беспроводного подключения используется Bluetooth 2.1, связь стабильна, расстояние до 8 метров. Громкость системы достаточна для прослушивания и в квартире, и на природе. Основной акцент сделан на средние частоты. Басы фактически отсутствуют, верхние частоты срезаны. Если не ставить повышенных требований к качеству звучания и брать в расчет стоимость акустики, можно вполне комфортно наслаждаться композициями различных жанров. За свою стоимость она действительно звучит достойно. Предлагаю оценить. BBK BS10 стоит в первую очередь осматривать для домашней эксплуатации в пределах доступной розетки. Автономная работа потребует дополнительных трат на батарейки. К плюсам отнесем широкую совместимость с источниками звука, наличие встроенного дисплея, ручку для переноски, легкий вес и стильный дизайн, а также качественную сборку. С удовольствием обсудим эту магнитолу с вами, ребят. Всем спасибо и пока-пока. Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD.